Всем привет! Сегодня я сделаю зонтик из бумаги. Для этого мне понадобятся два бумажных круга, зеленый и ярко-розовый. Теперь смотрите внимательно, как я буду складывать зеленый. Дальше разворачиваем круг и придаем зонтику форму, складывая сгибы гармошкой. Вот таким должен получиться нижний слой. Теперь на розовом круге рисуем арбузные семечки. Когда нарисовали, складываем розовый круг точно так же, как зеленый. Его нужно надеть на зеленый, и получится вот такой арбузик. Дальше мне понадобится деревянная шпажка. С ее помощью я сделаю отверстие в верхушке зонтика. Острую часть обрезаем, после чего на шпажку нужно будет намотать розовую бумажную ленту. А внутри закрепим шпажку и бумагу клеем. Если вам понравилась идея, ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. До встречи!